Здравствуйте, с вами Самовар Тайм, меня зовут Евгений, и сегодня мы с вами будем делать сырный чай. Что нам для этого понадобится? Блендер, сенча, сливочный сыр, 4 дольки и 200 мл сливок. Давайте же приступим к готовке этого необычного напитка. Нам нужно заварить чай. Как я уже сказал, без разницы, зеленый это или черный. В нашем случае это зеленый. После того, как мы наш чай заварили, мы его оставляем до того момента, пока он не остынет вообще. Тем временем мы сделаем сырный мусс. Для этого нам понадобится 4 дольки сыра сливочного и 200 мл сливок. Все это взбиваем долго, тщательно. После того, как мы тщательно перемешали сыр со сливками, мы накрываем его пищевой пленкой, либо пакетом, и ставим в холодильник на 30 минут. Пока как раз наш чай остынет, и можно будет приступить к чаепитию. После получаса мы можем приступать к чаепитию. Наливаем 2/3 чая и 1/3 сырного мусса. Если вам интересны другие рецепты, можете перейти по ссылочке. Я вам желаю приятного чаепития и до новых встреч. До свидания.